Три одинаковых лампы рассчитаны на напряжение в 36 вольт и силу тока 1,5 ампера. Нужно соединить параллельно и питать от сети напряжением 45 вольт. Добавочный резистор какого сопротивления нужно подключить последовательно с лампами, чтобы они работали в нормальном режиме. Для начала запишем дано. Напряжение первой лампы равняется напряжению второй лампы, и все это равняется напряжению третьей лампы, равное 36 вольт. Сила тока первой лампы равняется силе тока второй лампы, и все это равняется силе тока третьей лампы, равное 1,5 ампера. Общее напряжение У равняется 45 вольт. Найти добавочное сопротивление. R добавочное неизвестно. Нарисуем схематический рисунок. Напишем закон Ома для участка цепи. Сила тока И прямо пропорционально напряжению и обратно пропорционально сопротивлению. Закон Ома для участка цепи нужно знать. Общая сила тока И будет равняться сумме сил тока, исходящей из узла. То есть И1 плюс И2 плюс И3. Мы рассматривали узел А. Рассмотрим общее напряжение. Общее напряжение будет равняться сумме падения напряжения на участке цепи. То есть У добавочное плюс У параллельное. Выразим отсюда У добавочное. У добавочное будет равняться общее напряжение минус У параллельное. Воспользуемся законом Ома и выразим оттуда сопротивление добавочного резистора. R добавочное будет равняться напряжение на нем, деленное на силу тока цепи И. Подставим сюда У добавочное и силу тока И, которые мы нашли ранее. Тогда у нас получается, что R добавочное будет равняться. Вместо напряжения добавочного мы пишем общее напряжение минус У параллельное. Знаменатель силы тока И. Это И1 плюс И2 плюс И3. Напряжение на параллельном участке цепи будет равняться У1, У2 и У3, так как при параллельном подключении напряжение одинаково. Заменим параллельное напряжение на У1. Тогда сопротивление добавочного резистора будет равняться общее напряжение минус У параллельное, которое мы заменили на У1. Знаменатель силы тока на первом плюс силы тока на втором и плюс силы тока на третьей лампе. Подставим сюда наше значение и найдем результат. Посчитав, получаем 2 Ома. Запишем ответ. Добавочное сопротивление равно 2 Ом. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.